Итак, сейчас 11:57, и я спешу сказать вам с добрым утром, потому что через 3 минуты это будет добрый день. С добрым утром, друзья! Что-то у нас это самое. Проблемы немножко не глобальные, но дольше у меня видео загружалось, и пару раз мне пришлось это делать. Так что время ушло на это. Всем привет! Короче, я пытаюсь этот слин разобрать, как его носят. В общем, я его туда посадила, но сказать, чтобы я себя чувствую безопасности, что ребенок, я бы не сказала. Да, Масяк? Не знаю, как мамочки делают, так что ходят и руки свободно. Смотрите, он сейчас пью и свалится. А он там улыбился. Ну, по крайней мере, в самом деле легче. Вы видите, как я его вечно ношу в магазине, да? Это, конечно, легче. Прикиньте, не могу найти свою кенгурушку. Или ее украли, когда у нас вот эта машина влазили. Потому что нигде ее нету. Она у меня была в машине, и все, ее нет. Она, вот, наверное, самая удобная и самая такая, что я чувствовала безопасности ребенок. Ну, у меня несколько слингов были. Но это такой, знаете, он как с дырочками, он проветривается, и я его оставила, вот этот. Так что пыталась как... Вот смотрите, что за дела? Что это за дела? Оно не стоит на месте. Ёлки-палки. Мась, что будем делать? Что будем делать? Научите меня этот слин, чтобы он не развязывался, а? Как его так завязать? Может, его еще завязать надо, а? Мась. Я ж тебя не хочу потерять. Я ж не хочу тебя еще потерять с этого слинга. Это же будет очень страшно. Вот так. Взял. Ну, когда он уже будет начнет сидеть более-менее у меня на бедре, то, я думаю, будет легче. Я надеюсь. Ну, в общем, всем привет. Сегодня вот так, ну, короче, вот такая у меня блузочка. Это самая. И юбка под цвет длинная. Почти под цвет. Ку-ку. Короче, у меня старшие, Габриэл с Джульеттой, учили Скарлетт делать колесо, потому что у них просят знать колесо. Она в прошлом году не умела. Они что-то практиковались на трамполине, и у нее получалось. It's okay, you'll try again. Боится, что у нее не получится. Hey, watch out. Trini, can you... Yeah, Trini, please move away. Yeah. Try again. Remember, keep everything straight. Trini, come here. Trini, we don't want her to smack you on the head. All right, keep practicing. It's close. Remember to keep your hands up. All right, you're like falling. It's okay. You just keep on doing, okay? Take your time. Mom, I'm way too hungry to practice. What would you like? You want to eat something? All right, let's go figure something out. Trini, do it. I want to see it. Ай, пропустила. Она тут так красиво пыталась делать колесо, такая попа торчала. You can't do it. Ну ладно, пошли. Ребенок проголодался, мы идем кушать. Oh yeah, baby. Тринити будет в восторге. А на обед меня пробило на омлетик. У меня там портабелло гриб и немного шпината. Что-то вот мне так захотелось. Надо еще сыра добавить. И вот конечный результат. Не самый красивый, но зато вкусный. Чай у меня в таком стакане, потому что почему бы не жить красиво? Всем приятного аппетита. Выехали из дома. Сейчас я забираю лекарства для Тринити и едем на тренировку. В общем, сегодня впервые я
купила лекарство Trinity по нашей новой страховке. Помните, у меня были проблемы, и мне приходилось покупать их, просто использовать купоны. А сколько я помню, без купона лекарство стоило где-то $56. Или что-то такое. Что-то я эту цифру придумала. И с купоном, который они нашли, мы платили за одну бутылочку, один месяц, $23. Сегодня я взяла лекарство на 3 месяца. И с нашей страховкой это стоило мне 75 центов. Она говорит 75, я уже была готова это самое на нее там. Ну чё? Мы когда-то мне с купоном это самое предлагали за 40 с чем-то на 3 месяца это самое покупать. Она говорит 75 центов, я так, оу, какая у нас крутая страховка. В общем, хорошая новость. Первая тренировка. Растяжка. Так мы в школе. Скарлетт. Они практикуются на одной площадке игральной. Мы пошли на эту. Она совершенно пустая. Я буду стоять здесь в тенечке с малышом. Тамась. Пока. Пока нам сидится, пока он сидит и не ворнякает. Он что-то, знаете, когда то хочет здесь сидеть, то не хочет. Так что посмотрим. Посмотрим, насколько его хватит. Не, ну вы представляете? Ей надо в туалет. Школа закрыта. Вот тут блин горелый. Вы знаете, каждый год, когда начинается школа, я возбуждена. Я уже так готова, когда чтобы школа началась. Только что одна мама чирлидеров прошла мимо меня, приветствовала меня и говорит, спрашивает, готова к школе? Я говорю, не очень. Это первый год, что у меня такое, какое-то нет такого настроения, возбуждения. А, школа, наконец-то, они все уйдут, я буду одна, бла-бла-бла. Не знаю, что-то... И хочется, и не хочется, и поспать хочется. Теперь придется просыпаться, придется делать ланч. Да, Мась? Ладно, надо походить, он не хочет сидеть на месте. Тринька застряла. Хорошо, что Джульетта с нами приехала. Пошла ее спасать, а то она там страдала. А мы с Масиком сидим в тенечке. Он уже вылез из слинга. Сказал, ну вас банят, мне жарко. Рана, и нам надо пластырь, хоть убей. Я в этой сумке своей. Вы не поверите. Я нашла. Я заслужила орден лучшей мамы в мире. Итак, тренировка закончилась. Еле-еле. Говорила Тринити уйти. Мы уже в машину сели, она хоть пыхни. Мне не страшно. Поезжайте, я тут все равно вместе весело. Потом уже все дети
ушли с площадки, и до нее дошло, что ей играть не с кем. И наконец-то она согласилась. Это самое, выйти с площадки. Do we have formulas? We can make some. В общем, мы едем в Макдональдс. Масик. Поехали. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки и подписку. Добро пожаловать на канал. Я вам желаю спокойной ночи. До новых встреч. Bye-bye. До завтра.